Привет! Это новости! Со 2 по 8 июня к нам приезжают гости из Канады. За эти 5 дней мы проведем не одну вечеринку, а целых 5. А также не забудь пригласить на эти вечеринки своих друзей, друзей своих друзей, а также друзей, друзей, друзей своих друзей, а также подруг, друзей, друзей, друзей своих друзей. Мы будем ждать именно тебя. Итак, все мы любим чай, а особенно чай с печенькой. Если ты любишь чай с печенькой, то сбрасывайся на чай с печенькой, а еще не забывай про водичку, чтобы мы смогли пить чай с печенькой. Как ты думаешь, что такое Оксана? Нет, это не Оксана, соседка с третьего этажа. Или ты хочешь узнать значение слова? Итак, каждую среду на 4 этаже в 5 часов вечера мы проводим библейские уроки. Приходи! Если тебе нечем заняться в пятницу, приходи на 4 этаж в 5 часов вечера на девичьей. Все вы учились в школе, и все любили математику. Ну, возможно, все любили математику, но, по крайней мере, простое уравнение вы сможете решить. Итак, возьмем экран. К экрану добавим проектор. И что у нас получится? Муви пати. Да, муви пати. Каждый четверг в 5 часов вечера на 4 этаже мы проводим муви пати. Приходи, будет очень весело. It's the heart on your sleeve, never making me wonder. 6 лет назад, 6 мая, в Коростене появилась молодежная организация Freedom Jam! И сегодня Freedom Jam исполняется 6 лет. I'm the apple in your eye, I know that you know that I know you're all I need. And just when I thought it couldn't get At the end of the phone line, a tickle in my toes just to know that you're all mine, like an ice cream sundae with a cherry on the top. It's the look in your eyes when I'm wearing your t-shirt, your cute little smile after a long day of hard work, and I know that I can't give you up. And just when I thought it couldn't get any better, there you go and do it all again.
пати? Муви пати? Не, говори и смотри на меня. Муви пати? Громче. Муви пати? Еще раз круче, крути. Да не говори, а листай.